Привет, друзья, с вами снова Роман и новый объект очередной, небольшой, комната у нас и выход, коридорчик и совсем маленькая кухня. Вот. Что у нас за трудность? Тут год назад был уже уложен ламинат, вот он часть по диагонали, и тут дальше обрезанный он. Вот. Задача у нас закуплен такой же ламинат Балтерио. Вот это с прошлого раза еще осталось, это новый ламинат. Задача наша, значит, продолжить вот это полотно из этой комнаты. Вот это вот мы все снимем, демонтируем. Задача интересная, погнали! Лайфхак, сейчас покажу, как, если надо задвинуть доску ламината, а здесь мы не имеем возможности ни отсюда подстучать, поскольку по диагонали укладываем, и тут упора ни с кобой ничем не зацепиться. А вот эту вот щель, нам надо дальше его забить туда, ламинат. Сейчас покажу, как это можно сделать. Если у вас в комнате где-то щели без разбора ламината, таким же способом можно это все сделать. Берем, значит, скотч бумажный, перемолы туда. Вот так вот. Берем скотч. Просто двухсторонний скотч, он бывает иногда очень клейкий, и если вы не приклеите бумажный скотч, который легче с ламината удаляется, то могут остаться пятна от этого, от двухстороннего. Раз. Вот так, значит. Потом берем в результате вот у нас все забилось. И тут пятен никаких не осталось. Ламинат Балтерио Tradition Quattro. Вот такой вот ламинат 32 класса. Уже не первый раз мы с ним работаем. Ламинат из Бельгии, 32 класс, значит, 8 миллиметров толщиной. Замок свой, Press Express. Очень хороший, качественный, держит крепко. Единственное, что собирается ламинат только целым рядом. То есть не получится у вас по одной доске с таким замком собирать. Он не защелкнется просто. Целым рядом собираем. Ламинат достойный. Фаска очень ярко выражена на ламинате. Вот, можете глянуть. То есть она большая прям. Я так подразумеваю, что мусор все-таки тут будет скапливаться, почаще надо будет убираться. Рисунок тоже подбирали, мы укладывали по диагонали. Вот, закончили мы вот этот вот небольшой объектик. В итоге получился вот переход идеальный, как и планировалось.
С этого момента мы пристыковались в комнате по диагонали в хаотичном порядке. Уже поставили MDF плинтус. Плинтус, кстати, мне очень нравится, квадратный. На клей ставили. Вот аккуратненькая дырочка под трубу. Ну и кухню, конечно, покажу. Коридор. И вот, собственно, кухня. Тоже дырочка. С вами был Роман. Кому понравилось, обязательно лайк. Подписываемся на канал. Ну и всего хорошего. В комментариях вопросы пишите, задавайте.